Всем добро пожаловать. Байзрат Ашем, Балаха, Ацлаха, Бриют, Арбедисят, Дишмая. Руфуа Шлема, Руфуа Данеф, Шуа Тагуф. Шлома Хакоэн, Бен Хана. Балаха, Ацлаха, Авраам, Бадалов, Алеви, Бен Мира. Вегам, Даниил, Кирилл, Даниил, Бен Михоэн, Саумон, Бен Надя, Игорь, Бен Надя. Кдош Бараху Ташпи Алехем Худшел Хесед Бараха Ацлаха Вегам Аарон Бен Ариел Валиса Руфуа Шлема Шиитракез Балимудим Байзат Ашем Тацлих Бехол Дараха Вехен Яматон Веномар Амен Элеф Авдалот Бен Аметим Нехаим Наждядя Сулейман Шлема Акоэн Бен Тамара רוח השם תנחנו בגן עדן, ברוז בחור בן כסיהו, דוד בן כסיהו, בוחיים בן כסיהו. רוח השם תנחנו בגן עדן, הם וכל השכפים עמם בכל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מפרדוז'ו נשיור והכרת הטוב, לגדרנס, שאז מנצ'ינאים נובו יצאמו, אלי נצ'ילי נובו יצאמו, את התמה בו התגבריצה פרא ז'בוטנך. Как мы должны с ними обращаться. Значит, мы первое изучали, как между людьми обращаться, между еврейским народом, между Ашемом, между Гоимами. Потом мы переходим на животный мир. Акарат атов ли бали хаим? Ашивуде акарат атов ги ле эн эрех. Человек говорит, благодарность есть, у него лимит или нету. Наши мудрецы говорят, лимита на благодарность нету. Значит, чем больше мы делаем, чем лучше это для нас, и чем больше это для человечества, и больше от этого у Бога есть удовлетворение, то, что Он от этого получает симха, радость. Ачиу не дрешет рак лефи кифи адам, ши асатова, эля шилоб медниткавен, эля аф кифи бехемот, бали хаим, шен лахем махшава векавана. Даже у животных, у них нет мозги, как у человека, все равно мы с ними должны обращаться правильно. Мы сейчас объясним, что такое обращение правильно с животными. Тефиса микубелет бакеру бне адам ширауи, лябия акарататов враг лебене адам лехавиро. В основном люди думают, что акарататов идет только между отношения между людьми. ולא יעלה על דעתו להביע לרחש לב לבעלי חיים שהם בו דעת. Говорится, посмотрите животных, у них нету понимания, у них нету мозгов, как у людей. Значит, мы в основном думаем, что благодарность только кому? Только людьми. Людей, с людьми обращаться, как нам Бог сказал. ויתר מזה גל מדומם. Не только это мудрецы нам сказали, не только животные, которые на этом мире есть, даже которая вся недвигая вещь, соль, камень, стул, все эти вещи, говорится, даже ты им должен чего быть благодарным. Мы будем в деталях это говорить, как этот человек может сделать. Хазал амру, кедушим хаюши, аль адам лепетах навшо, рагуша хакарат ато, кфи коль давашу не мину. Мудрецы сказали такую вещь. Человек должен сам себе включать в своей душе, что каждая вещь, что ты получил удовольствие, и каждая вещь тебе то, что помогло в жизни, ты от этого должен быть человеку, Ашему, и вся вещь, которая в этом мире находится, быть благодарной. Афаль пишейн ло мивин клал. Эти все вещи, стул, столик, вся вещь, вилки, ложки, это все вещи, они не понимают. Но когда человек сам себя тренирует к этих вещах, он будет правильно обращаться, если говорится мудрецы, если он правильно обращается со столом, со стулом, его не ломает с тарелками, ложками, вилками. Все на земле ходит, когда ходит, чтобы мусор везде не выкидывать. В тот момент, говорится, он будет 100% обращаться с человечеством и с Акадош Баруху. Это просто берется воспитание. А воспитание, оно очень долгий процесс для человека. Им эн ишмат адам. Вав эне бони шамат хаим кодомем. Значит, у этих всех недвижимых вещей, которые мы говорим, как стол, как стулья, у них нету такой жизни, как у нас, но у них все равно есть частичка, то, что Акадош Барух Ху им дает хают. Хают, значит, чтобы в этот мир он продолжался и существовал. Ки амитсва тора, митсаве тора лифтот
ולהשם חמור שנולד ראשון. ולד חמור נולד ראשון, כאמור שיש שמות. שמות תנפיסנה, פרשה, פרק י' ג', פרשה י' ג', שמות תנפיסנה, כגדה פרווה, כתורי, אונס רז, וצ'וווקה יש אישק. יתה פרווה אישק, את פרווה מאמינה וז'וותה, מדאוז'נה יתה כהן ודת, איבו אבינית שם סברשקי. Зачем, зачем это делать? Зачем мудрецы говорят, это надо делать? Коль Петер, коль Петер хамор тивде басе. Там ли мицва ль пид рошу хазар, мелфия багмара, бехурот. Как написано, это где написано у нас? В Талмуде. Масехет бехурот, страница 5, амуд бет. Амар раби ханина, шаальти ет раби Элиезер. Бабайт мутва. Рава, ма шиницне Петер хамор ми Петре сусим вагамалим. Мудрецы говорят такую вещь. Почему среди всех животных то, что ишак, у него есть importance, у него есть важность, то, что Ашем сказал, ты должен его обменять на барашку, и вся, которая первая, первый ишак, который рождается, сейчас даже эта мицва есть, это мы должны дать коэну. Для чего это говорится? Мудрецы говорят, почему мы это не делаем лошадки, лошади, или гамаль. Гамаль это будет верблюду. Почему мы верблюду это не делаем, и почему это не делаем сус? Сус значит лошадки, то, что мы делаем с ишаком. Гизрата катувхи, вот сияли Исраэль, башат яциат митраем, шен леха кол эхад вэхад ми Исраэль, шолаю имо тишим хамурим, лувим, лувим ветоуним микусупа вэзахава шел митраем. Говорится, 90, каждый из нас тогда, во время Египта, 90 ишаков, которые с еврейским народом, каждой семье, 90, вытащили золото, вся, которая драгоценность есть у египтян, они все дали это еврейскому народу. Из-за этого мудрецы говорят, из-за этого этот хамор, вот этот ишак заслужился, он для нас был moving company. Даже он был в этот moving company с одного места на другое, Ашем говорит, ты не забывай, с кем ты был, соединялся и кто тебе помог. Вейкар мицва Тора лакило това, икар лимуда Тора, шело ракефи осеа това ацмо, эла кефи кол бне мине хаяв лакир това. Мудрецы говорят не только между человечеством, обращением, вот мы правильно обращаемся. Нет, животные тоже не забывай, которые тебя. И сегодня это мицва Шулхан Арухи, как у нас мицва есть, у нас мицва асе есть. Также это мицва сегодня, и это мицва еврейский народ, как вы видели пару месяцев назад, может быть, месяцем назад, что этот сделали Бухарский в Симхапалас, вот эту мицву. И как они сделали, джума одели, большой парой, столько деньги принесли, столько деньги потратили. Мицва, значит, каждая мицва, у нас есть мицва, и до сих пор эта мицва есть у еврейского народа. Веншиюр мизмана каратато, везехиюв несхи ледоре доре лебаим ахарав. И вот это то, что мицва хакарат атов для ишака, это не только в мое или прошлое поколение. Это уже 3,5 тысячи лет происходит в еврейском народе. Вот это то, что взять ишака, коэну, который коэну. У человека рождается и коэну принести, и обменять его на барашку. Это уже поколение на поколение. Ашем говорит, не забывай, откуда вы пришли. Не забывай, кто вам помог. Ну, уже у нас такие вещи, у нас уже, Барух Ашем, ишаков нет, у меня машина есть, у меня уже многие вещи транспорта нету, то, что не было. Ашем говорит, у тебя не было, но ты не забывай, что это все я тебе сделал, чтобы ты был благодарный. Бия одат Рамбан. Рамбан что-то такое говорит очень глубоко. Шибиур это сибат авода зара шель Мицраим, ши авду ацон. Мы знаем, что в Египте они делали авода зара, барашки поклонялись. Значит, барашка это их не было Бог. Так Рамбан говорит, так Тора говорит. Выкозе бавоши и нанумее багиза выхалав. Говорится за то, что у них были. Зачем они на барашку делали, как будто бы это их не на авода зара, это их не на Бог. Кломар аф Мицраим. Почему? Потому что говорится за то, что они получали удовольствие от барашки. Значит, когда барашки шерсть растет, они его резали и продавали. И они тоже имели от него молоко за то, что вот эти две вещи делали, барашка им давала. И от этого они получали удовольствие. Что это макортума,
Даже они занимались тума, это значит нечистотой, а вода зара. Хашу акаратов лов для бехема, алькахат кама-кама михьява и акарататов баам Исраэль кифия бехема. Говорится, египтяне за то, что им ихнина барашка давала им молоко и шерсть, и они это продавали, из-за этого они получали удовольствие. Даже эта тума, в тот момент, даже эта тума, мудрецы сказали, все равно они познали, что такое благодарность животную. И вот это мы отсюда учимся. Он говорит, если Ишак нам помог, сколько мы должны что делать эту мицву, чтобы быть благодарны, как принести первому коэну, не первому коэну, который от первого живота, значит, рождается, это Ишак. Акарат атов кифи бали хаим боли еде битуй, гамба Иисус ши асура тора, шило ляхсом бехема, ши осе авода, бадавар маахал, шило минам мимену лехол башат авода, кгон тидош, тува, отиса, это тебе мемаком леком алгабе, вехем ло тахсом шор бедишо. Написано в Дворим написано 25-4. Написано, у человека есть корова, у него есть поле. И эта корова, она тащит груз, или она берет это поле, чего обрабатывает. Но если говорится, она сейчас хочет покушать, не давай ему, чтобы он не кушал. Дай ему покушать, чтобы за него чего? За него, чтоб ты беспокоился. Почему? Потому что он на тебя сейчас работает. Написано, что когда Моше Рабейну был пастухом, в Мидраше написано, что Моше Рабейну был пастух. Когда он был пастухом, и вдруг у него маленькая барашечка, она убегает от него к речке и начинает воду пить. И Моше Рабейну за ним бежит. И приходит Моше Рабейну, говорит, я извиняюсь, барашка, она не понимает. Я извиняюсь, что я тебе не дал вовремя, за тебя не беспокоился, что ты был thirsty. Что ты был эхомрой тёрстый. Он, этот барашка, когда она пить хотела, он жаждал водой, и он за ней побежал. Когда он побежал, она воду попила, он взял ее, потом поднял и принес его куда? К своему, все, которые находятся там, скоты. И мудрецы сказали, Ашем говорит, если он, Моше Рабейну. Почему среди всех Акадош Барух Ху выбрал Моше Рабейну? Говорит, если он будет беспокоиться за животных, как он беспокоится, он 100% будет беспокоиться за людей. А есть у нас иногда люди, они в наше время, прошлое, они любят животных, но ненавидят людей. Это называется чего? Эти называются люди, у них чуть крыша едет. Почему? Почему у них крыша едет? Мудрецы говорят, потому что у них нету баланса. Мудрецы сказали, это животное, ты должен делать то, что я тебе говорю. Это человек, я тебе. Но они говорят, они берут одну сторону. Из-за этого Тора дает баланс по всем сторонам. Вот эта разница между Торой и все, которые психологические или философии, или все, которые хохмот есть, все, которые мудрости гоимские есть, они ничего не стоят перед Торой, потому что они очень взяли в другие стороны. У них нету швиля загав, у них нету дорога, которая называется дорога золотая. Вайзрат Ашем, Ашем шуги вас параха ацлаха, бриют, арбе десят, нишмая, вехене рацон, веномар, амэн.